Здравствуйте, гости, друзья моего канала. С вами Марина, и мы канал Марина и Орхидеи. У нас осень, утром заморозки минус 5, минус 6 градусов. Все очень быстрыми темпами желтеет, краснеет, листья опадают. Вот он, каменный котик, так и лежит. Ну, а вы, наверное, узнали. Мы с вами идем в магазин «Цветы для вас» полюбоваться на наши любимые орхидеи. Вот так осень, унылая пора. Такие орхидеи. Сейчас мы с вами их рассмотрим. Пусть немного, но есть на что полюбоваться, что посмотреть. Вот такая малышка из диких орхидей, 870 рублей, недорого. Это, скорее всего, Soft Cloud. Очень красивый белый биглип и такая темная с белой окантовкой орхидея в самом начале. Темная орхидея 1550 рублей. А вот этот вот красавец на два цветоноса. Видела в обзорах у девочек такой. Очень красивый. Как какая-то птица, как ангел. 1950 рублей. Много очень вот таких темных, насыщенных, томных, можно сказать, орхидей, красавицы на любой вкус, и стандарты, и даже вот такой замечательный биглип. Цветочек не совсем крупный, но зато такой красивый, тоже бархатный, очень красивая губа у него, и он тоже на два цветоноса. Такой красавчик. Тоже 1950 рублей. Знаю, что вы мне напишите, что дорого. Но это частный магазин, это не сетевой. Поэтому такие цены. Красотка Наоми. Нравится мне такая расцветка а-ля Magic Art. Нравится этот биглип. Вот такой он замечательный. Сверху стоит Hot Kiss. Пока не нашел свою хозяйку. Смотрите, даже цветочек отцветает верхний. Мариола. Тоже уже изрядно выгорела. Практически не видно желтого цвета. Только на недавно открывшихся цветочках. Красавец элемент стоит на заднем плане. Темная Бернадетта. Еще по-другому ее называют пиковая дама. Посмотрите, еще один темный насыщенный фаленопсис. Бархатный, велюровый. Тоже очень красивая губа. Вот такое было настроение в этом магазине. Такая красотка в смородиновых тонах. А внизу стоит малышка Лиеки. Стаканчике. Недавно появился этот производитель. Хорошее качество. Корни единства мы с вами не видим. Цена 870 рублей. Такое пышное облачко. Одна 1550 рублей, и это Arx Ray
с корнями у него все плохо. Ну, вы и сами знаете без меня, что это проблемный сорт. И надо покупать сразу же с хорошими корнями. А то придется долго восстанавливать растение. Красавчик Фантом. Еще одна желтая орхидея Пискара. И еще одна камбрия. Малыш Тайсука Кобальт. По цене 2250 рублей. Рядом с ним золотой красавец Лас-Вегас. Одно растение в горшочке, но на два цветоноса. Октопус или Tropical Dream есть второе название у этой орхидеи. Внизу стоит Little Zora или Indian Sun. $2150 рублей. Такие мальмоподобные орхидеи Peaches. Их две. Здесь еще чуть подальше. У нее цена 1550 рублей. И вот эта красотка. Как-то я пропустила в обзорах у девочек название, так и не знаю. Пожалуйста, напишите. Мне встретилось название Limited, но я не уверена, что это название именно этой орхидеи. Может быть, это просто какое-то ограничение было. Если знаете, пожалуйста, напишите. Очень интересно. Нравится мне эта орхидея, хоть и мелкая. Цветочки мелкие. Все-таки размер мультифлоры. И вот вторая орхидея. Peaches или Sunset. Рядом красавец Pomont. Несколько парфюмерных фабрик. Вот в таком кашпо. Посмотрите, какие красивые крапчатые листья. А вот эта фабрика уже сразу с деткой. Одна розеточка и вторая розеточка. У второй розеточки как раз цветонос из точки роста. И похоже, вот эту детку она уже вырастила. Красавец Монако. Такой темненький. С белой губой. Это Бланка. Эти орхидеи уже начинают отцветать. Ну и вот такой симпатичный биглипчик. Оранжевый, розовый. Наверное, расцветает он больше желто-оранжевый, а потом уже розовеет. Вот такие орхидеи были в магазине «Цветы для вас». В понедельник, во вторник будет новое поступление. Обязательно заеду, вам покажу. Такая картина. Красивые орхидеи. Всегда их очень хорошо выбирают. Ну и уже на выходе сняла для вас антуриумы. Я знаю, что многие их любят. Вот такие пластиковые красавцы. Их в этом магазине много. Они разные. Разных сортов. На любой вкус. Ну а с вами была Марина. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной.
И всем вам пока-пока и до новых встреч на моем канале. Всего вам самого доброго, хороших выходных!